В Белграде в следующем году состоится юбилейная 60-я международная белградская книжная выставка-ярмарка, почетным гостем которой станет Россия. На завершение 59-й выставки послу России в Сербии Александру Чепурину и его коллега из Китая Ли Манчанг передал главный символ книжной экспозиции. Подробности из Сербии. Торжественную церемонию передачи открытой книги из символа белградской книжной выставки-ярмарки послу России в Сербии Александру Чепурину возглавил секретарь по вопросам культуры мэрии сербской столицы. Владан Вукасавлевич выразил уверенность в том, что Россия, будучи страной высокой культуры и искусства, продемонстрирует достойный уровень своего выступления на выставке 2015 года, когда статус почетного гостя перейдет к братской славянской стране после почетного представительства Китая на выставке-ярмарке нынешнего года. Мы уже сейчас начинаем подготовку к юбилейному сайму. Нам очень сложно выдержать ту рамку, которую задала китайская сторона. Но, тем не менее, так сказать, я думаю, что сайм будет юбилейный, 60-й. И поэтому как бы, мы будем действовать между двумя полюсами. С одной стороны, это большая честь для нас. С другой стороны, это большая ответственность. По оценке председателя комитета правления Белградской книжной выставки-ярмарки Зорана Аврамовича, выставка нынешнего года была на редкость успешной по всем параметрам. Почти 500 участников и более 160 тысяч посетителей говорят сами за себя. Ярмарка 2015 года предоставит прекрасную возможность для популяризации русской национальной и духовной культуры. Вспоминая имена Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чехова, Толстого, Булгакова, Зоран Аврамович добавил, что русские писатели и их творчество представляют собой синоним понятия литературы в Европе и во всем мире. Через русских писателей люди во всем мире знакомятся и с русской душой, с русской духовной традицией, духом русской цивилизации.